Сегодня прививка БЦЖ проводится новорожденным малышам на 3-5 день жизни, а также детям от 6 до 8 лет. Во втором случае показания к прививке – 2 отрицательные реакции на манту. В детские поликлиники Ульяновска поступил полный транш вакцины. Вчера получили последнюю партию вакцины БЦЖ и БЦЖ-М для вакцинации наших детей. Сейчас в поликлиниках, в всех структурных подразделениях больницы можно привиться АКДС, гепатит, инактивированная полиомиелитная вакцина, хорпаротит краснуха и БЦЖ. Как отмечают врачи, дети прививку переносят легко и без осложнений. Противопоказаний не так много. Повышенная температура, вызванная ОРВИ, и любые острые заболевания. Маленькая Вика врачей не боится. На вакцинацию пришла согласно прививочному плану. Все очень быстро. Все прекрасно, все организовано. За это вот большое спасибо. Мы, то есть, никаких проблем у нас с этим не было. Пришли, получили прививку, уйдем домой счастливые. Прививку ставят верхнюю треть левого плеча, после чего ребенку не рекомендуют купаться, чтобы не намочить вакцинируемую область. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, предварительно записавшись на прием. Александра Никитина, Даниил Сурков, Управда ТВ.